Ну что, ребят, поехали на 9-ю победу заходить. Колода выглядит вот так. Золтан, Мируна, Киян, Агуара, Йорвит, Медитация, Королевский указ, Лавк. Тут у нас Асире, кстати, очень удивительно хорошая карта оказалась на арене. Ифрит, Чемпион, Морвуд, Трувьель, Носферат, для снятия погоды, Принц Теннис, Королева, Корова, Призерка, самая худшая, наверное, тут карта. И потом еще вторую покажу, Подкрепление, и два заклинания, Руна Дивана и Черная Кровь. Грифон, вот еще одна бесполезная карта, я забыл посчитать, что бронзовый отряд, а не серебряный, Медведь, Вондик Охоты, Демун, Легкий Дракар, Охотник Полуэльф, Бурая Харуков, Гуль и Доплер. Поехали. Попробуем взять 9-й вин уже во второй раз. Два поражения у меня есть, так что в случае чего это будет фаталити мне. Ну, 8 тоже, я думаю, неплохо в любом случае. Но, честно, от этой колоды я не ожидал такого результата. Ну, потом как-то пошло нормально. За суккубом было пару каток. Очень хорошая комбинация Асире с тенниса. Отдаешь, например, пораньше, потом обратно его с Асире возвращаешь. Можно Турвьель играть точно так же с подкрепа. Но тут я имею в виду вариативность. Бурая Харуков тоже прикольно. Замешивать можно. Носферат снимает погоду. Так что это вам quick гайд на деку. Ну, Тервьель, наверное, тогда оставим. Угу. Ты ходишь по тонкому льду. Окей. Пас. Не всегда я пас нажимаю, зависит от того, против кого играю, и смотря какие у меня карты в руке. Ну тут раз есть Лавк, раз есть Морвуд, снятие погоды, то в принципе почему бы и нет. Почему бы и нет. Ну сейчас, я буквально вот 8-я катка была против товарища, которого был Имлерих, 3 раза сыгран. Я его убивал 3 раза. Ну, в третий раз я его не убил, просто залочил, но суть не в этом. Суть в том, что он сыграл Имлериха, я его убил, он дал еще одного. Я его тоже убил, и потом он дал возрождение. И еще один Имлерих появился на столе. Только, о, хорош. По-моему, почти все золотые карты собрал. Киян у меня, да. Впечатляет. Да, впечатляет. Впечатляет. Начнем сразу со стенниса, типа, почему нет? Вот обычно он такой очень любит корабль, самое лучшее. Окей. Но обычно он любит доставать прям какой-нибудь трешачок. Обычно он у меня раза 3 доставал Харук. Но этого хватало все равно, чтобы суккуба выиграла катку. Привет. Ого. Ловушка на миллиард. Ну, значит, Морвуд будет хорош. Ой, хорошо. Ну, в принципе, это не Трувьель, но минус 10 сил я и сделал, как бы. На самом деле, косяк. Косяк. Видите, 8, это как бы 6, эффективный урон 6, плюс броня. Сюда наношу 6 урона, это будет 7, да? 7. Тогда семерка бьет сюда, остается 1 хп. Один в семерку, нормально. Хотя могу просто дать чемпиона. Ну, чемпиона, наверное, лучше оставлю. Мне слишком нравится сейчас Йорвит медитация. Просто как лямба с маслом. Это неплохая дуэль. Очень жаль, что она не выигрывает мне раунд. Это сейчас было бы очень важно. Ну, а чемпион чемпионов останется на случай возрождения. Очень любит сейчас. Ну, это у нас. Последние слова. Много темпа. Это у нас много темпа, да. Наивное благословение глупцов. Это война. Оу, да, детка. Вот это хорошо, Шани хорошая. Давайте поставим ловушку сразу, если он нажмет пас, вдруг решит там отыграть то, что это Милайн какая-нибудь. Не отыгрывает. Ну, как не отыгрывает? Он-то отыгрывает. Ну, узурпатор в Родовида еще родновато, пожалуй.
Тугуара топочка, я думаю. Что было последнее сыгранное? Моя ловушка, да, Турвьель? Так, ну тут либо последнее желание ищем, либо используем еще одну, правильно, Турвьель. Оу, это даже так оказалось? Оу, воу, 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 а почему Морвуд-то? Ну, это неплохой циклоп. Опа, бурая Харук вылетела. Лол. Ну, давайте Зулута нададим. Всегда к твоим услугам. Хватает мне опять Стурвьели. Блин, две ловушки, конечно, сильно. Вангемар по броне, естественно, ни разу не попал, но... Так, если у меня там Альгуль будет, то пока ничего интересного. Ну, давайте дадим Кияна. А, стоп, у меня же Суккуба еще надо, не торопиться, наверное, с этой картой. С подкрепа у меня там шестерки эльфийские. С Брувера. Блин, я не помню последнюю карту, но вроде все вышли. Дал бы, получается, чуть раньше. Ай, дам Брувера, я не помню, что у меня. О, Ифрит, окей. Ифрит это годно. Я, честно признаюсь, забыл сейчас вообще полностью, что у меня за карты есть, но это не важно. Ифрит был, да. Ифрит хорошо. Что это там у нас уничтожило? Ой, нашел беса. Ну ты даешь, дядя. Может замешать ему потом трешечка? Нашел беса, ребят. Истощение на 3 силы, правильно? Так, печально теперь то, что у меня Стурвьели ничего нету. Оу. Так, у меня есть органика только одна. Да, это Доплер, и это Доплер с Кейтелей. Окей, это все еще в пределах, в пределах моего контроля. А, кстати, отличный Носферат будет на другую луну, на темную луну. Как она называется? На кровавую луну. Кровавая луна, да. Отлично зайдет, она очень много урона нанесет. Буду. Нифига себе, на 20 очков почти сыграла. Я первый раз вижу, чтобы она так играла. И все, и чувак нажимает пас. И изи-пизи. Выходим в следующий раунд. Под Кияна можем замешать обратно черную кровь. Ну, или мы будем играть Мируну все-таки. Доплер не лучшая карта, заменю ее. Ну, Грифон еще более не лучшая карта. Так. Что мы ему? Давайте ему посмотрим, что можно подмешать. Шестерка нормально и сорокопутка. А мне Стеннис. А мне Стеннис и Йохимдевет. Только бы как-то найти подкреп нужно. Я его не найду. Получается, Йохимдевет. Я сделаю, как прикажешь. Йохимдевет, а пацану замешаем шестерку. Лавк! Лавк! Что надо делать? Так, ну это все еще пока норм.
отыгрываем от Йоры, это какого-нибудь медитации. И играем Мируну. Хотя это достаточно рискованно, но за счет того, что у меня лавка, я не боюсь ее играть. Играем Мируну, и последняя карта, камень, который дает ему... Дает ему отличную карту. By the way. Ну, забираем любым лапкам. Кстати, первый раз, по-моему, за 9 побед я его вообще... Нет, не первый раз его, конечно, сыграл, но в целом очень мало раз я его играл за эту катку. Ну, 9 побед, ребят, в очередной раз. Поздравляю себя. А, давайте посмотрим, что дадут из наград. Второй раз получаю 9. Выбываю со счетом 9-2. Дают камби, 345 руды, 45 обрывков, одна бочка и 45 еще руди. Вот так вот завершилась для меня эта игра на арене. Большое спасибо, что смотрели. Увидимся на стримах.